Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Вы считаете, что у вас в клане хороший стабильный донат, что донатите вы много и самое главное быстро? Ну тогда это видео как раз таки для вас, потому что сегодня я вам покажу, что такое действительно мгновенный донат в прямом смысле этого слова. Сегодня я нахожусь в клане Request and Leave SNG, если читать полное название клана, и в переводе это означает «попросил запрос и выйди», и соответственно транслитерация слова SNG. Этот клан, как вы уже догадываетесь, связан каким-то образом с донатом. Если мы сейчас полистаем всех участников, то увидим, что у многих здесь по несколько тысяч доната. В чем же фишка этого клана и почему такое название? Давайте разбираться. Но однако ж, прежде чем читать шапку клана, меня весьма заинтересовал вот этот ТХ-7. У него очень много отданных войск, 19 тысяч, но это семерка со 177 уровнем. Смотрите, на карте у него в лагерях сварены всего лишь варвары. И вот тут становится весьма интересно, а зачем ему столько варваров? И чтобы ответить на этот вопрос, давайте все-таки вернемся к шапке клана, потому что именно там и кроется ответ. Итак, читаем. Зашел, кинул запрос, вышел. Кто не выходит, тому помогаем. Донатим только варваров и лучниц. Вы можете остаться от 8 ТХ 120 плюс левел. Состав клана, костяк клана 33 человека и поздравления с Рождеством. Собственно, в чем здесь смысл? Это клан, который занимается донатом войск. То есть люди, которые находятся в этом клане, 33 человека, это основа клана. И опять-таки, это можно увидеть по руководителям в большом количестве. Это люди, которые всегда находятся в клане, администрация клана, которые занимаются тем, что донатит войска тем, кто заходит в клан. Клан открытый, прием от нуля трофеев. Соответственно, люди кидают запросы, им в ответ присылают либо варваров, либо лучниц. Причем происходит все это в очень быстром темпе. Вот сейчас вы видите, как летает чат, и те запросы, которые появляются, они буквально мгновенно улетают. Давайте сейчас попробуем проследить, что именно туда кидают, то увидим, что да, действительно, это варвары и лучницы. Запросы просто улетают вот в секунду. Чат здесь практически не останавливается. И когда я зашла первый раз в этот клан, первую минуту у меня было немножко шоковое состояние, потому что я очень давно не видела настолько бешено летающих чатов. Как вариант, можем попробовать дать запрос и посмотреть, за сколько секунд его заполнят. Итак, я бросаю запрос и вжух, все, у меня полностью забитый клан касл варварами, луками и, кстати говоря, здесь есть еще два шарика. И вот за два шарика на самом деле в этом клане очень серьезно будут наказывать. Потому что когда люди донатят войска, то, соответственно, если донатить большие войска, которые занимают не одну единицу, а несколько, то получается, что один человек кушает сразу несколько мест. И в итоге получается меньше опыта для каждого, чем это могло бы быть. Потому что смысл этого клана в том, что администрация клана повышает себе таким образом левел. То есть левел можно набить разными действиями, но одно из них, наверное, самое простое, это как раз таки донат войск. И если мы в дальнейшем посмотрим, то у многих ребят из этого клана очень высокий донат отданных войск. И как раз таки они кидают именно по одному лучку, то есть получают сразу 8 единиц опыта. И получается, что если кидают какие-то большие войска, допустим, шар, гигант, маг и так далее, то как бы скушивают опыт, который могли другие получить. И вот таких игроков быстренько вычисляют, кто кидает не то, что нужно, их впоследствии кикают. Чтобы остаться в клане, вы должны быть ТХ-8, начиная от ТХ-8 и 120 левел и выше. Если вы обладаете таким уровнем, то вы можете остаться в клане и точно так же донатить. И вот как раз я не закрывала чат специально, чтобы вы могли видеть, что происходит в клане и как быстро улетают запросы. Ну а пока что стоит посмотреть на некоторых игроков в клане, которые здесь меня весьма заинтересовали. Это как раз таки тот ТХ-7, на который мы уже смотрели, и кроме того, мне очень еще понравился профиль с 239 левлом. Но для начала давайте посмотрим, сколько отдано войск на моем профиле. Итак, на моем профиле отдано 168 тысяч войск. Ну, в принципе, достаточно немало, на мой взгляд. А теперь давайте смотреть, что же на других профилях. Итак, на ТХ-7 у нас отдано 633 тысячи войск. Это в 6 раз больше, чем у меня. А теперь давайте посмотрим на Рустемчика 239 левел. Сколько же отдано у него? 1 миллион 315 тысяч. Теперь, я думаю, вы понимаете, откуда такой высокий левел. Потому что очень много отданных войск как раз-таки с помощью вот этого клана.
Поэтому, если уж говорить о действительно топовом клане по донату, то этот клан, безусловно, занимает первое место по всему СНГ, потому что такого бешеного, быстрого, мгновенного доната нет нигде. Ну и, конечно же, если вам вдруг понадобятся войска, если вы не будете знать, куда идти, все ваши знакомые кланы будут закрыты или не могут вам вас принять, то вы всегда сможете прийти вот сюда и полностью забить свой клан Касл. Ну и, соответственно, кто хочет также качать левел, вы можете присоединяться к клану, если вы ТХ-8 от 120 уровня и выше, вас, я думаю, с радостью примут, и, соответственно, таким образом вы сможете очень быстро себе прокачать уровень. Хэштег данного клана я оставлю в описании, но если вам понравилось это видео, если вы не знали про такой клан, то, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем хороших войн, пока-пока!